Коронавирусная инфекция все больше и больше напоминает о себе. Ежедневно только в областную клиническую больницу с таким диагнозом поступает около 10-15 пациентов. Сегодня у учреждений достаточно ресурсов для того, чтобы качественно обеспечивать медицинскими услугами всех поступающих. Порядка 150 коек уже выделено планово под эти цели. На сегодняшний день у нас развернуто 150 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией и 18 реанимационных коек. Ежедневно поступает примерно от 10 до 15 пациентов, но пока мы выписываем больше, чем к нам поступает, поэтому резерв мест у нас существует. Кислородная станция – один из главных объектов в период пандемии. Сегодня комплекс в областной клинической больнице работает, однако его мощности планируется увеличивать. Так уже в ближайшие дни будет подписано проектное решение, и при поддержке областного бюджета объект будет дооснащен и модернизирован. Большую финансовую поддержку учреждениям здравоохранения в условиях пандемии оказывали государственные структуры, однако не остаются в стороне и частные. Благодаря помощи спонсоров, представителей совместного белорусско-немецкого предприятия «Штоц Агросервис Брест», автопарк областной клинической больницы пополнился новым реанимобилем. За год на таких машинах осуществляется более 3000 выездов, около 300 поездок в столицу с самыми тяжелыми пациентами со всех городов и районов Брестской области. Машина оснащена всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, в том числе аппаратами для технического ручного массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Мы составили те задания на современный реанимобиль. Вот. И вот совершенно недавно мы получили в подарок от этой компании новый автомобиль, ну, такого хорошего класса. Мы таких еще автомобилей не имели, потому что он изначально предназначен для пациентов именно реанимационного профиля. Это имеет свое значение. Комфортабельный, очень мягкий, оснащен медицинским оборудованием, по последнему слову, техники. Причем даже имеется такой аппарат, который механический аппарат для проведения реанимации. Спонсоры помогли не только приобрести автомобиль, но и дооснастить имеющиеся отделения. Так, отделение офтальмологии областной клинической больницы пополнилось новым аппаратом лазерной диагностики. К сожалению, проблемы со зрением сегодня наблюдаются у каждого пятого, а каждому третьему обратившемуся необходимо уже оперативное вмешательство. Сейчас для установки нового аппарата готовят помещение. Вскоре его ведут в эксплуатацию. Он предназначен в основном для лазерной коагуляции сетчатки, как переднего, так и заднего отдела. Также будут выполняться антиглаукомные операции, операции на стекловидном теле. С низким зрением, что снижается зрение, туман перед глазом, пятно перед глазом, вот такие основные проблемы идут. Послеоперационные пациенты очень много идут к нам, после оперативного лечения катаракты, даже глаукомы. Дооснащение на текущий год для областной клинической больницы еще не завершено. Несколько важных приобретений появится здесь к концу 2021 года.